Сегодня в Доме правительства прошло рабочее совещание по реализации инвестпроекта «Этническая Чувашия». Исполняющий обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Константин Яковлев рассказал о ходе строительства объектов, обеспечивающей инфраструктуру этнокомплекса «Амазония» и этноэкологического комплекса «Ясна». Он также затронул вопрос освоения выделенных бюджетных средств. На сегодняшний день строительство систем электроосвещения, водоотведения, газоснабжения и транспортной инфраструктуры на территории Амазонии ведет «Чувашавтодор», и он не справляется со своими обязательствами. Минкультура Чувашии по соглашению сторон расторгла государственный контракт с этим учреждением. Сейчас объявлен электронный аукцион. Председатель кабинета министров Чувашии призвал подрядчиков выполнять сроки сдачи объектов.